часто я спрашиваю, ну, и в индивидуальном практике, и вот на консультациях человека, как вы представляете вот просветление? И все говорят, да нет, я уже больше так просветление представляю. Я говорю, проверьте себя. Вот кто такой для вас просветленный? И посмотрите первый мыслеобраз, который появился. Самый первый облик. Сразу появляются вот эти залежи, которые в подсознании никто просто не замечает. Они лежат. Они активны. Просто человек их не замечает. Человек их не видит, не распознает, не опознает. Но явно, вот если спросить любого, вот даже сейчас, который слушает человека, спросить, кто такой для вас просветленный? Кто это? Пишите. Вот спонтанно, быстро. И никто не скажет, что это человек в джинсах, с портфелем, у которого трое детей рядом, маленький еще там где-то в переноске такой, да? Нет, это будет всегда такой в белых одеждах, сидящий, улыбающий, какой-то дяденька, парень, мужчина. Явно не женщина, в большей степени такие дедули, которые как бы непонятно как прожили, но очень любят рассказывать, как надо жить. Разве нет?